провести осмотр. Я всегда приглашаю пациента занять его место на кушетке. Я никогда не веду первичную консультацию на диване за столом. То есть вы пришли ко мне на прием, ваше место здесь. Некоторых это пугает, сразу будем колоть или нет. Мне нужно с вами поговорить, а это сразу настраивает на рабочий лад. Надо правильно поставить лампу, надо дать в руки большое зеркало и попросить пациента описать то, что перестало устраивать, то, что не нравится. Потому что вы можете, ваши видения могут не совпасть. Может быть ужасная носогубная складка, а пациент пришел к вам из-за того, что его раздражает морщина над бровью, когда он удивляется. Поэтому для вас, вот подсказка, вы всегда должны задать вопрос, что не нравится, это первое. А второе, что-то вы когда-нибудь делали, то есть вы должны собрать анамнез эстетически и понять, был ли опыт, этот опыт был удачный или нет. Если вы дошли до и получили информацию, укольчики, мне делали укольчики, вот тут надо остановиться, мы сегодня говорим о контурной пластике. И если укольчики, сразу вы должны задать вопрос, это было однократно или это была сессия укольчиков. То есть, если это было несколько раз, все, мне не важно, это было мезо, био, все совсем сочетается. Однократно. Все так. Ну, обязательно еще посадили, сделали демакияж. Мы сказали, что вот в мейкапе проводите осмотр.